До старта основного периода приемной кампании осталась неделя. Уже с 20 июня выпускники школ и колледжей смогут подать документы в высшие учебные заведения. Сделать это можно будет в разных форматах. Через специальный портал университета, сервис госуслуги или через почтового оператора. В целом количество бюджетных мест несколько увеличилось. На сегодняшний день их более 7300 по направлению бакалавриат, специалитета, магистратуры по всем формам обучения в рамках бюджета Российской Федерации. И приблизительно то же количество мест за счет внебюджетных средств, то есть за счет на договорной основе самим абитуриентом. Каждый год также выделяется отдельная квота мест для льготной категории граждан. В Казанском федеральном университете это 10% от общих цифр приема. Они участвуют в отдельном конкурсе. Основной поток ребят – это, конечно, дети сотрудников, участвующих в специальной военной операции, либо мобилизованных сотрудников, либо принимающих участие в других военных действиях. Поступить на то или иное направление можно по результатам сдачи единого государственного экзамена. Лишь отдельный перечень профилей требует прохождения дополнительных вступительных испытаний. К ним относятся творческие специальности. Узнать о необходимом перечне документов и о том, какие задания будут представлены на экзамене, можно на сайте университета. Также есть возможность связаться с приемной комиссией напрямую. К примеру, в Казанском федеральном университете уже с 15 июня начнет работу колл-центр. На данный момент активное взаимодействие с абитуриентами происходит на площадках социальных сетей. Абсолютно все ресурсы, которые возможны и доступны для абитуриента, они уже действуют, уже работают. Есть группа в Телеграм-канале, есть группа в ВКонтакте, есть группа в Одноклассниках. Группы в Телеграм-каналах, они просто многообразны, они есть у каждого института. Есть центральная группа, центральной приемной комиссии. Поэтому стоит лишь только сделать первый шаг в сторону приемной комиссии Казанского федерального университета, мы протянем руку и проведем по приему в комфортном для вас режиме. Уже с 20 июня на базе Казанского федерального университета откроется специальная площадка для абитуриентов. Располагаться она будет во втором высотном корпусе по адресу улица Кремлевская, дом 35. Юлия Коваленко, Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз.